Юбилейная 25-я спартакиада трудящихся. В ней соревнуются педагоги, врачи, воспитатели, тренеры, нефтяники и представители других профессий. Сабир Шахбабаев – оператор по добыче нефти и газа 8-го ЦДНГ. Второй раз участвует в соревнованиях по гиревому спорту. К состязаниям готовился и практически каждый день ходил в спортзал. Просто занимаюсь постоянно и выступаю. Всегда в форме. Хотя возраст не смотрю, всегда в форме. Хожу в спортзал, занимаюсь. 10 команд, 30 человек. Участники соревновались за звание самой сильной дружины. Мужчинам предстояло побороться за победу в двух подгруппах – большой и малой. В первой участники выполняли толчок двух гирь общим весом 48 килограммов, во второй – 32. Для себя, конечно, наверное, справился. Почему «наверное»? Потому что думаю, что мог бы и лучше выступить. Ну, подготовимся, через год покажем лучший результат. А так, соперники достойные. Ну, как показывает практика, гири – это 90% техническая составляющая, а физическая сила уже на втором месте. Гиревой спорт, по-моему, у нас первый год проводится, до этого не было. Вообще, я считаю, что в Лангепасе не помешал бы кружок по гиревому спорту, чтобы дети, взрослые занимались, потому что большой интерес к гирям. Я думаю, этот спорт будет востребован в Лангепасе. Итоги гиревого поединка подведены. Почетное третье место в большой подгруппе заняли сотрудники МЧС. На второй ступени – работники энергонефти. И победила команда «Лангепас-нефтегаза» с результатом 113 подъемов. В малой подгруппе первое место у работников 6-й гимназии. Их результат – 152. Валерия Ружицкая, Тимур Зигангиров. Наши города.